Добрый день, зрители канала Хитсад ТВ. Сегодня поговорим об уникальном действии на комнатное растение обычной перекиси водорода. Если обрабатывать грунт растений, то в нем образуются стимуляторы роста и погибают все патогенные микроорганизмы. Перекись водорода нужна для насыщения корней и листьев кислородом, для реанимации залитого растения, чтобы приостановить загнивание корней, или в качестве профилактики на давно несменяемых грунтах. Перекись водорода применяется для орхидей, для борьбы с вредителями. Но следует обязательно соблюдать пропорции. Требуется 3% перекись на 1 литр воды 2 столовые ложки и, соответственно, на пол-литра 1 столовая ложка. Давайте приготовим раствор. Этим раствором можно опрыскивать листья растений или осуществлять полив корневой системы. Какие же пропорции необходимо соблюдать в других случаях? Для реанимации и оздоровления старого грунта 3 мл на 1 литр воды. Для регулярного полива 5-10 капель на 1 литр воды. Для дезинфекции посадочного материала без разбавления. Пробуйте и экспериментируйте, дорогие цветоводы, на своих растениях различные методы для роста и цветения. Хорошего настроения, до новых встреч на нашем канале!